будет обучение по CRM. Нам интересно очень ваше мнение. Нам важно, чтобы вам было удобно в ней работать. Когда вы попадаете на рабочий стол, первое, что вы видите, это вот этапы движения. Вот сейчас здесь нули стоят, потому что на данном этапе нет сделок. Да, вот мы смотрим здесь вот первое, на первом этапе там находится 5 сделок, это все тестовые режимы, то есть ваших клиентов здесь на данном этапе нет. Сергей, например, вот не сделал, а его нужно делать дальше. И Олег понимает, что у него один день всего на эту сделку, а у Сергея там 2 часа, Сергей там где-то заболел, какие-то уехал, он не сделал. Может ли Олег дальше делать, или он затормозится и дальше не пойдет. Менеджер не сможет перенести в ее воронку этап, пока у него не будет составленного списка документов. Сказать о своей мечте. Так, хочу, чтобы вот очень хочется, чтобы когда-то вот эта часть CRM была у каждого партнера у нас, да, с кем мы работаем. Это будет Казахстан, Америка или Портес, или еще какой-то дилер. Да, то есть я хочу, чтобы вот эта часть CRM была у нашего партнера, чтобы партнер мог нам доверять и спокойно видеть, как проходит процесс.